Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу. У нас по-прежнему в Чикаго, как и в других странах и государствах, еще четверг, только у нас по времени 10 часов утра в Чикаго, ну а у нас на связи Швейцария, и в этот час там 5 часов вечера, 17 часов. Ну и наш добрый друг, парапсихолог, ясновидящая Лариса Суверон. Лариса, здравствуйте. Добрый день. Только у нас сегодня день старт. День какой? Вторник. Вторник. А я сказал четверг, да? Да. Я улетаю вперед. Я же Юпитер. Поэтому Юпитер – это день четверга. Да, я действительно вот по одежде, по майке по своей, я... Сегодня у нас Марс, марсианские такие энергии, поэтому цвет красный. Вот я такой ношу. Лариса, прошло некоторое время с нашей последней программы, и, в общем-то, у нас есть какие-то вопросы, люди реагируют, смотрят. Во-первых, было очень много просмотров. Дело в том, что, дорогие друзья, это я обращаюсь уже к нашим радиослушателям, мы все программы, которые ведем, выставляем на YouTube, мы их записываем, выставляем на YouTube, поэтому вы можете посмотреть в любой момент это. А если вы подписаны на наши каналы, то, соответственно, информация приходит к вам на ваш компьютер моментально о том, что программа появилась. И это тройное W, sungatesradio.com, это наш Skype. Skype SunGates 108, где вы можете задать свои вопросы, оставить свои комментарии, замечания и так далее. Ну, как, впрочем, вы и делаете на YouTube. Ну, и вот, Лариса, вопрос такой к вам. Один человек говорит, ну, вот мы поговорили, Лариса сделала там какие-то там прогнозы, а можно более поконкретнее. Вот почему-то всех волнует президенты. Ну, полагаю так, что те люди, которые живут на территории постсоветского пространства, их больше волнует президент, понятно, российский президент, чем президент Соединенных Штатов, который в этом году будет избираться. Ну, к этому мы чуть позже вернемся, поскольку тоже очень интересная тут ситуация. А вот мы с вами, вы мне написали, я, правда, озвучил, так сказать, вот эту... этот комментарий, и вы сказали, у вас есть, в общем-то, свое мнение по поводу, скажем, ну, мы, естественно, не будем говорить плохое, хорошее, плохих не бывает. Любой президент избирается народом, и это царь, на самом деле, по ведическим представлениям, и тут критика очень и очень может негативно отразиться на тех людях, которые это делают. Поэтому это просто глупо. Они просто этого не знают, чем это может им, так сказать, грозить. А мнение можно иметь свое, его высказывать нормально. Сегодня у нас, в общем-то, мнение высказывается вполне в доступной форме. Только единственное, что без таких каких-то комментариев и надо такой дисклеймер, это называется у нас на любом радио, скажем, само радио и люди, которые им управляют, не несут никакой ответственности за мнение гостей, которые выступают в эфире. Поэтому это мнение лишь мнение. Ну, вот такая длинная так, преамбула. Лариса, давайте вернемся к этому вопросу. Вот как вы считаете, что там происходит? Ну, имеется в виду, наверное, Россия, поскольку все-таки определяющая страна – это Россия. Дело в том, что, Майк, я определяю это по своему сознанию. Это не говорит о том, что я знаю чей-то политический закон там или еще что-то, или что-то кого-то поддерживают. Я просто как вижу, вот как мне показывают внутренний голос и как показывают движение той стороны, с которой я общаюсь. Как телевизор, с одной слева и справа это два эфира, а посередине телевизор. Вот то, что меня задают вопрос, это чисто политический. Но в то же время это же политический для меня тоже стало интересным. Вот так как я вижу в России по поводу нашего президента, вижу, и там вообще никого не будет какое-то время. То есть там будут заниматься три человека. Система, которая будет вести за кулисами. И на три года как бы исчезнут, и там будут руководители трое, три человека.
Я помню, простите, я помню, как когда пытались свергнуть, так сказать, Горбачева, было ГКЧП. Там тоже было под руководством, правда, одного, но там было несколько человек, комитет такой. Вы говорите, что такое, возможно, произойдет? Или Да. это как-то по-другому? Нет, я это видела, так мне показало. Мне так показало мое видение, то, что я вижу. Мне показали, что там будет трое, но самого президента как такового не будет. Но через некоторое время он опять объявится. Он же, его же личность. Вы имеете в виду определенную личность или вы имеете в виду президента как президента? Нет, как президент будет, как реальный. Но 3 года его не будет. Его он не будет стоять в этом комитете. Он будет, но мы его не будем видеть. Мы будем видеть и слышать совершенно все другое. И те психологи, парапсихологи, которые находятся с российским лидером, они будут, в принципе, и руководить. Но это я вижу, это будет со стороны Израиля, как бы и культура, еврейская культура войдет туда. Как бы руководство будет и какая-то подсказка будет оттуда идти. От чего потом и будет с Америкой другое. Вот то, что я это вижу, как мне говорят. Лариса, скажите, ну, есть мнение определенного слоя населения, или, можно сказать, определенных людей, которые совсем по-другому думают или считают, что не так надо думать, о том, что на самом деле президент – это просто какая-то игра. Это все политика, это тоже какая-то игра. И какие-то высокопоставленные люди, ну, мы сейчас говорим о президентах, это просто пешки в руках каких-то гораздо более могущественных сил. То есть, в общем, чуть ли не какое-то правительство Земли, которое управляет всеми процессами. А мы, находясь там глубоко внизу, ну, видим то, что нам позволено видеть, то, что нам говорят, то, что пишут. А как мы это можем знать? Это могут знать только те люди, ну, в частности, вы, которые обладаете совсем другим видением, совсем другим зрением и совсем по-другому воспринимаете окружающий мир. То есть мы же знаем, можно видеть наше тело и все. А вот то, что происходит энергией, то, что вокруг этого тела находится аура, допустим, и энергетические тела, это дано видеть немногим. Но это же существует. Поэтому, как вы считаете, это справедливо такая, что ли, теория о том, что Землей и конкретными внутри государствами правят ставленники, будем так говорить, свыше? Ну, я, в принципе, считаю, что оно должно быть так как пришел квантовый переход. Если бы это было 30 лет назад, я бы сказала бы, ждите будущего. А сейчас я могу сказать точно, не ждите будущего. Будущего сами сделайте. Сейчас настоящее, а настоящее в наших руках. И немногие могут справиться с тем, с настоящим, потому что боятся будущего. И то, что у нас две полосы идет, она действительно так и есть. Если, например, люди, которые знают, мы уже говорили на той передаче, что такое землетрясение, одни его предчувствуют, а другие чувствуют. И вот человек, который чувствует, он и выиграет. Потому что чувство – это Божий дар, это чувство. А предчувствие – это инстинкт. Этот инстинкт, не каждый может обладать этим инстинктом. И нас закрывает третья вот эта капсула материализованная, которая нам мешает этого чувства эти воспринять божественные. И эти микроволны энергетические, они нам четко показывают, что у нас произойдет. А произойдет у нас, это будет, это как, оно, в принципе, так и было, черное и белое. И вот это черное и белое, оно всегда было и всегда будет. И то, что между, это вызывает людей на открытие глаз, чтобы глаза открыли, что происходит, не теряться. Это подражание, это питание, это говорит о том, что кто-то нас манипулирует, что мы обозлились. И получается, что мы обозливаемся не на кого-то, не на что-то, а на друг друга, сосед на соседа и прочее, прочее. Мы это уже говорили в той теме. Но в этой теме, то, что мы сейчас обсуждаем, другой вариант, то этот вариант, который я вижу, он создать
создаст стихийные бедствия. Вот с 15 июля начнутся стихийные бедствия. И причем очень такие положительные стихийные бедствия. Как может стихийное бедствие быть положительным? Для кого и для чего? Это будет очень большое бедствие. Так оно негативное, если это бедствие? Ну, вот, естественно, негативное. Это как анализ крови, положительный или отрицательный. Когда положительно. То есть положительно, это и есть, так стихийное бедствие будет сейчас, капитально покажут, только для того, чтобы не было никаких войн, чтобы это все прекратилось. И спровоцирует это та энергия, о которой я сейчас говорю, чувство и гефиль, извините, это по-немецки гефиль, предчувствие, чувство и предчувствие. Лариса, вы сейчас говорите какие-то очень такие странные, если не страшные вещи. По-моему, как-то каких-то глобальных таких, вы говорили, не будет катаклизмов. Это будет какое-то местное, локальное, вы говорите? Ну, глобальных, глобальное оно уже идет, уже с 2000 года. Оно идет. Если сейчас возьмем Ледовитый океан, и там плюс 18. Вот я недавно видела видение опять, что мне как показали, что как будто бы я плыву рыбой, и у меня золотой хвост. Так как я рыба по созвездию, это вполне возможно призадуматься. И у меня очень большой золотой хвост. И меня кто-то берет и просто ведет по низу, под водой. И показывает, чтобы я только не дышала. И мне показали градусник, температура до 20 градусов тепла. И вопрос, где я? Ледовитый океан. Ну, что бы мне там рыбе делать в Ледовитом океане? И показали то, что одно место, оно какое-то очень грязное и в трясине. И вот в этом трясине нам ничего не увидит. Оно как болото, что-то засасывает. Так вот я себе сделала вывод после этого сна, что это получается, это Бермудский треугольник. Сначала корабли все всасывало туда. Если болото, ты же не сможешь никогда его выкопать. Оно вот именно кусок какой-то. И потом для того, чтобы людям еще что-то показать, показали, самолеты исчезают. Но куда они исчезают? Это получается, опять же, в это же болото уходит, где ты никогда этот секрет и тайну не откроешь. Простите, ну хорошо, у меня тогда к вам вопрос. А куда такие они уходят-то? Корабли? Болото. Болото. Что такое болото? Они туда физически так сказать, на дно океана опускаются? Да. А почему? Вот это мне показали, меня просто взяли за волосы, я сопротивлялась, и мне просто протащили туда. И было как бы понятно, что вот расскажи людям то, что ты видишь. Мне это не сказали, но это мне было самой понятно. И просто там действительно настоящая грязь, масса какая-то, такая тяжелая-тяжелая масса. И вот этот, кто в эту тяжелую массу попадает, оттуда уже никогда не выйдет, и никогда этот секрет не откроет. Вот что показали. Это получается, что Ледовитый океан, это когда-то в свое время ось сошла. Потому что, опять же, показали человека, которому просто как-то вывернули голову, и у него голова стала, лицо стало на спине. То есть получается, что мы можем видеть и спереди, и сзади. И вот эта ось земная, также получилась эта ось земная, она вывернутая, и вот именно в том состоянии, где мы ее видим. Ну, на самом деле, это, кстати, не противоречит абсолютно ничему, поскольку есть циклы, действительно, цикл, он начинается, цикл заканчивается, есть маленькие циклы на нашей памяти, мы их знаем, это день, это ночь, он начинается, он должен закончиться, циклы начинаются, человек живет, рождается, живет, потом он умирает, ну, это его цикл такой, и прошло 26 тысяч лет. И, в общем-то, цикл закончился определенный. Что теперь будет? Ну, вот 2012-2013 год, это квантовый переход. И многие считают, что мы уже попали туда, просто это для нашего зрения или ощущения это незаметно. Так вот, тогда давно полюса действительно поменяли свое, так сказать, северный стал южным, южно-северным, смещение, магнитные полюса, полностью все изменилось. Соответственным образом изменился климат. Но вот сейчас поэтому и происходит в Северно-Ледовитом океане. Происходит там и травка зеленеет, мы это видим, мы можем даже посмотреть на YouTube, там просто съемки, такого никогда не было.
То есть это может быть. Так вот, вы говорите, к чему это приведет? 15 июля вы называете такую дату. Кстати, я прошу прощения, я хочу отметить такой факт. Это обращаясь к нашим радиослушателям. Ну, мы с Ларисой хорошие друзья, и мы общаемся вне эфира тоже, кстати. И вот я помню о том, что Лариса предсказала о том, что над Челябинском будет падение, по-моему, метеорита, да? Там было, по-моему, три таких. Но это было совершенно невероятно, причем тут Челябинск. И когда это произошло, это действительно было, так сказать, для многих людей, которые об этом знали, это было, так сказать, впечатляюще. Что тогда произошло? Вот расскажите нашим радиослушателям. Мы об этом, кстати, в эфире никогда не говорили. Вы знаете, что я когда была в Магнитогорске, Челябинске, Магнитогорск, ну, они рядом. Ну да, Магнитка, меня... да, завод. Магнитка, да. И у меня за такого там был вопрос задали. А вот мы боимся, сейчас будет 22 числа, говорят, катастрофы, то есть мир исчезнет, типа, как по-русски-то? Ну, можно и по-английски Армагеддон. Армагеддон. И что будет? И когда мне они говорят, вы не уезжайте. Конец света, да? Да, света. Они меня попросили, говорят, не уезжайте, пожалуйста, останьтесь с нами. Потому что раз вы это знаете и утверждаете. Я говорю, да я утверждаю то, что этого не будет. Потому что будет совершенно по-другому. И будет смещение, он упадет позже, и будет это в метеоритах видеться. Но не так, как вы думаете. Не будет этого конца света и не будет темноты этой. Это будет опять же. Люди спровоцировали, некоторые бизнесмены, спровоцировали, можно так, подачу денег, сделать это. Многие люди закупили деревянные там подвалы, там пищу привезли, это стоило очень больших денег, снять даже этот подвал на 3 дня. Ну, короче говоря, те, кто перестраховался, они потеряли много денег. А те, кто более-менее прислушались, я просто, если посоветовала им одно, купить много макарон, наварить. Если будет темнота, ползайте в темноте, ищите по макароннике, кушайте. Ну, это всем смешно, конечно, стало. И многие говорят, а мне лететь надо, что будет? Ну, будет лететь, зайдите в туалет, пересидите 3 дня. И говорю, не бойтесь. И в это же время со мной на эфире была японская принцесса. И у нас были аналогичные вопросы. Но она говорила на японском, я разговаривала на русском. И потом у нас был синхронный перевод. Что она ответила на эти же самые вопросы? Будет в этой катастрофе, прекратите пить пиво, закройте окна, ничего из железных банок не кушайте, не кушайте конфеты в салафановых мешках, детей увидите от солнца, закупите специальные шапки, т.д. И когда я сказал, что ничего не будет, будет метеорит, но он будет позже, где-то в феврале, будет где-то к числах 12 что-то будет. И получился синхронный перевод. Конечно, все многие там на одной стороне на нее, так как она все-таки дочка принцесса, президента. Конечно, да. Ее... Да, я, кстати, читал это. Я читал ее, так сказать, прогноз. Да, но вы оказались правы. Вы знаете, интересно, что я как раз, я не помню, ну, как-то я общался с известным певцом, композитором, бардом Олегом Митяевым, а он родом из Челябинска. Я говорю, Олег, ты знаешь, я говорю, вот по некоторым данным над Челябинском скоро метеорит пролетит. Он посмеялся, говорит, ты чего, какой метеорит? К Челябинску, вообще-то говоря, никогда там не было. А я потом спросил, ну как, метеорит был? Он говорит, ты знаешь, да. Вот, то есть это действительно было довольно впечатляюще. Ларис, скажите, ну вот 15 июля вы уже, так сказать, дату обозначили. Ну, совсем недолго осталось, 2 недели там какие-то все. Да, с 15 июля. С 15 июля. Ну, вообще, как я, мне как показали, 15, так как я в видении своей вижу то, что я вижу, там всегда идет плюс-минус 3 дня. Это я четко заметила. Если говорю уже там с 6 или 7, или 3 назад, или 3 вперед дня получается. Это как-то календарь крутит так, чтобы не знать точной датой этой. Я, кстати, еще один случай вспомнил.
когда мне мой хороший друг позвонил, кстати, ваш сын, и говорит, который живет в Краснодаре, в России, и вот было наводнение не совсем недалеко, Крымск, по-моему, это город был, и говорит, представляешь, мне звонит мама и говорит, что у вас произошло? Я говорю, ночью. Он мне рассказывает, я говорю, ничего не произошло, а что должно было произойти? Она говорит, а у меня вот такое видение о том, что наводнение. Это было, ну, чуть ночью, а объявили о том, что этот Крымск, там, сколько там, 35-40 километров от Краснодара, было таки, да, наводнение, причем очень серьезное. И это было через 5 часов только объявили, а вы это видели накануне, до того, как это произошло. Так что, вот, дорогие друзья, надо с очень, так сказать, во-первых, внимательно и с довольно серьезной к этому отнестись. А скажите, вы хоть примерно эрию знаете? Эрию, в смысле, место, где это будет, может произойти? А там, где больше магнит в земле идет, где больше выбросов идет нитратов, где больше идет выбросов металла, вулканы, вот в тех местах больше. Ну, на территории какого государства? Ой, мне так это трудно определить, мне показали, но я с географией немножко хромаю. Мне трудно точно сказать. Большие-большие очень дома, но большие дома есть и в Японии, большие дома есть и в Шанхае, большие дома. То есть, понятно. То есть, что-то должно произойти конкретно непонятно где, да? То есть, примерно можно предположить. Да, или это Нью-Йорк. Да, потому что я в Нью-Йорке искала двух близнецов. Но мне показали, эти два близнеца стоят. То есть их-то уже нет, этих близнецов. А два близнеца, эти дома стоят. Это говорит о том, что уже подготовка была к этому прийти раньше. Тогда, когда они еще эти близнецы стояли. Ну, да. Можно предположить... А, понятно, да. Понятно. Ну, во-первых, даже если показали, то в конце концов это могут быть и фантомы. Мы же знаем, ничего же не пропадает, оно же след-то остается энергетически, это же так или иначе. Скажите, а какие последствия вот такого? Это что, какое-то наводнение, землетрясение? Землетрясение, и потом покроется наводнением. То есть, ну, если землетрясение, разлом коры, соответственным образом, если это эпицентр где-то там, где находится океан, тем более, если говорить о Нью-Йорке или Японии, там вообще-то, говорят, прямо там на океане стоит, то понятно, что это будет? Сначала лава была, красная лава. Тогда это вулкан. Красная, да. И она настолько красная, что краснее не бывает. И она первая начала вот это состояние. От нее все пошли. И она не людей, а стала убирать просто империю, как сказать, империю, учреждения на какие-то, в основном на учреждения, не на людей на самих, люди как таковые мало будет жертв, а вот именно учреждения. То есть это чисто стихийное бедствие, которое, может быть, мы люди не знаем, но это было уже, так как уже показали этих двух близнецов, значит, это из прошлого пришло, близнецов-то нет уже, сколько лет. Ну, да, это 2001 год. Скажите, но подготовка, вы говорите, была. Ну, после этого в Нью-Йорке, кстати, было два наводнения, одно более-менее, а второе таки затопило. Довольно-таки большие, серьезные районы, и так неплохо там затопило, неплохо, в смысле, достаточно было много там разрушений. Сейчас вы видите, это может быть даже больше. Да, это были два первых предупреждения. Да, ну хорошо, это совсем скоро может произойти, но, дорогие друзья, тем не менее, это мнение. Это мнение, хоть и парапсихолога, ясновидящей Ларисы Суверон, с которым я лично отношусь с большим уважением и любовью, но, тем не менее, пока, так сказать, не произошло, но кто предупрежден, как говорится, тот вооружен. И если это действительно сейсмологи, метеорологи могут определять, наверняка есть какие-то признаки вот таких вещей, то, конечно, это появится скоро у нас где-то в печати. Лариса, скажите, вот такую, я недавно смотрел
на каком-то канале смотрел очень интересную передачу, с моей точки зрения, передачу. И речь шла о древних каких-то вот государствах, странах. И называлась страна, которая сегодня существует, и где происходят какие-то вот непонятные вещи. И речь шла о том, что в этой стране вот кто как бы завоюет эту страну, тот получает чуть ли не мировое господство. Значит, началось с Ассирии, Месопотамия, Ассирия, и мы дошли до Сирии. Вот. Как вы видите? Ну, я не спрашиваю, хотя, может быть, вы и это знаете, поскольку там что-то необычное, вообще-то говоря, действительно, страна. И там хранятся некоторые, как считается, некоторые очень серьезные артефакты, очень серьезные секреты. И вот идет борьба за власть, что ли. Это действительно так, с вашей точки зрения? И что будет, поскольку Ванга говорила о том, что когда пойдет Сирия, ну, это будет начало мировой войны. Видите ли вы что-то в этом плане? Я в этом плане видела одно, что сирийцы, настоящие патриоты, которые, они вернутся в Сирию только для того, чтобы защитить свою древнюю культуру. Эта древняя культура, она очень глубоко зарыта у них, и никто никогда не знает, где это произойдет. И те, кто начал там их бомбить, землю и взрывать, это кончится для тех плохо, тех, кто это начал. И сами сирийцы скоро вот осталось немного, беженцы пойдут назад. Их приведет инстинкт и чувство падения в Европе для того, чтобы только им вернуться назад. Им нет дороги в Европу. И это они сами поймут и сами пойдут для того, чтобы спасать Сирию. Под землей у них большой город, здесь я видела. И этот город еще до сих пор никто не может найти. Только специальные люди, которые божественные, которые испокон, как говорится, из столетия в столетие передают. Они это видят и знают его, где он находится. Простите, вы это видели, так сказать... Да, я видел, да. Это я видел прямо окно такое, но типа как солнце. И вот через это солнце было видно ту Сирию, ту, которую мы не видим. То есть. Понятно. Вы знаете, на самом деле, вот я не знал этих фактов. И я когда слушал, ну, довольно мне было интересно. И вот то, что вы говорите, это таки да, соответствует тому, что говорилось на этом канале, в этом, ну, что ли, фильме. Потому что где-то под землей действительно, ну вот там пустыни, мы знаем о том, что там действительно есть город, о том, что там находят какие-то наносные глины. Во-первых, там не может быть глины, это означает, если там есть глина, означает, что было наводнение. То есть это считается, может быть, это было, вот, скажем, там всемирным потопом время. И, в общем, там был город. И вот этот город, то, что вы сейчас описываете, возможно, этот город и есть. И там действительно есть очень и очень большие секреты. И эти секреты недоступны никому. И вот идет борьба, будем так говорить, борьба. Поэтому, ну, вроде бы, что там искать? Причем очень интересные вещи там происходят. Там называется, ну, опять же, нынешний президент Башар Асад, который непонятно каким образом пришел к власти, никогда на нее не претендовал, он доктор. Я смотрел когда-то фильм, достаточно интересно, мне понравилось. Речь шла о... Фильм назывался «Тиран». И о каком-то арабском государстве, где правил какой-то там человек, который потом умер, и было у него два сына. Старший сын и младший сын, который был врачом. Что самое интересное, вот сейчас я слышу, это было где-то год тому назад, смотрел, о том, что как раз-таки так, чуть ли не описывается та самая ситуация. Причем у него была жена европейка, и у этого тоже как бы Башар Асада вот, жена, причем совершенно цивильная, она не следует обрядам мусульманским никаким,
носит открытое платье, в общем-то, и там была примерно та же самая ситуация. Вот, я не буду пересказывать фильм, но это достаточно интересно. И каким образом он пришел к власти, вот это остается загадкой, потому что ни по каким показателям он не был наследником. Наследником был старший сын, который был совсем как-то, он действительно был, правил Сирии, и он погиб. Погиб, причем при совершенно таинственных обстоятельствах, непонятно каким образом он погиб. Ну, официальная версия, он разбился, но он был гонщиком, непонятно как он мог разбиться, он там проезжал по этой трассе, там не было гоночной трассы, была обычная трасса. Вот. Поэтому там происходят очень интересные вещи, очень интересные события. То, что, Лариса, вы рассказываете, это действительно очень интересно. Дорогие друзья, я хочу напомнить, мы беседуем с ясновидящей, потомственной, поскольку мы об этом еще не говорили, наверное, в это время, но, Лариса, у вас бабушка была, да, очень, так сказать, очень сильным, сильной ясновидящей, и парапсихолог тоже, да? Да, она умерла 110 лет. Угу. Ну, почетный возраст, да, почетный возраст. Ну, да. Ну вот, Лариса Суверон является, проживает в Швейцарии уже очень много лет, 35 лет. На это были причины, почему она находится в Швейцарии. Это были, ну, не все можно сказать, как говорится, в эфире. Но в моем личном архиве хранятся некоторые, скажем, там материалы с разрешения Ларисы. Мы, может быть, их когда-нибудь и о них будем рассказывать. И много фотографий, и в Испании, кстати. Вот, и мне очень приятно о том, что вы выставили фотографию в вашем профайл, где как раз фотография, которая снималась там вот в Испании, когда мы были там и с вами встречались на вашей вилле. Лариса, хорошо, спасибо большое. Давайте мы все-таки напоследок вот уйдем от каких-то таких неблагоприятных и непонятных событий. Что-нибудь такое вот позитивное, давайте так закончим нашу программу на такой серьезной, позитивной ноте. Позитивное – это то, что к нам вернулось солнце, свет. И вот подумайте, что люди, многие едут на море посидеть под солнышком. А в принципе люди едут не под солнышком, а к свету. И вот этот свет сейчас пришел на землю. И он пришел на землю ко всем людям. И каждый человек этот свет должен воспринять к себе. Просто берите в руки или в чашку берите стеклянную. И когда видите, особенно с утра, подъем солнца, берите чашку и вставляете под солнце. И потом как бы как шапочку одеваете на себя. Себя как бы золотом покрываете. И те люди, которые это понимают, систему, о чем я говорю, они обнаружили в своем теле действительно новое. Действительно благоприятная новая энергия, которые нас людей, все, кто боготворит. И даже если нет белого, просто стаканчик возьмите прозрачный. Прямо отпустите туда лучи солнца и на себя, вот как в воду, там нет воды. Ну, три раза так опустите, возьмите, отпустите. И потом, может, на следующей передаче кто-то попробовал, скажет, какой эффект они это прочувствовали. Лучше это делать, чтобы ноги на земле стояли. Лучше. Ну, если у кого квартиры, тогда выйдите на балкон и такой ритуал, и вот это поймете, о чем я сейчас говорю. Потому что пришел к нам свет. Настоящий свет, который мы много-много ждали. И вы не бойтесь там, что катаклизм будет. Они должны быть так, как ось повернула. И нам нужно привыкнуть к новой системе жизни. И не разрешать себя обижать и обманывать. Вот это самое главное. Не надо ссориться, а уходить от того, что видеть вам не нравится или не подходит. Понятно. Ларис, спасибо большое. Была такая песня, я помню, «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнце». Поделюсь теплым ветром, чтобы звенело струной. Давно была такая песня, я ее помню. Вот то, что вы сейчас рассказываете, это здорово и замечательно. Ну, дорогие друзья, действительно, все то, что происходит, все события позитивные, негативные, они должны происходить. Поскольку, ну, так сказать, решено сверху. Вот. Ну, и так оно и должно быть. Вот наша с вами задача, так сказать, соответствовать тому, что происходит сегодня, жить сейчас, ну, и жить позитивно.
что, в общем-то, мы и пытаемся сделать на нашем канале и с помощью таких интересных и таких замечательных людей, как Лариса Суверон, за что вам, Лариса, большое спасибо. И вам того же самого света, любви, здоровья. Ну, и мы будем с вами встречаться, дорогие друзья. Это наша далеко не последняя встреча. И мы еще встретимся, кстати, в живом, так сказать, общении. Не на эфире центра Сангейт, интернет-портала, а какое-нибудь такое, сделаем живое такое событие, ивент, где вы можете задать вопросы и поговорить с Ларисой напрямую. Ну, а тот, кто хочет, в общем-то, задать вопросы какие-то в частном порядке, то, пожалуйста, вот на сегодняшний момент вы можете позвонить, я живу, кто живет в США, это 847-226-9956. Но самое главное, бесплатное средство общения, это Skype сегодня. Skype – это SunGates, солнечные ворота, SunGates, S на конце, SunGates 108, тройное W, sungatesradio.com, у микрофона был Майкл Мелехов, руководитель центра SunGates. И Лариса Суверон, парапсихолог, ясновидящая. Лариса, огромное вам спасибо за ваше время. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Удачи, успех. Спасибо большое. До свидания. До свидания.